Подожди, кто Мерлина может шить? Аргор. Аргор. Шаман. А, все, помню, тут Аргор. Все, туда заебись. А вот наручи, не знаю, у нас есть у кого-нибудь наручи? За полцены отдам тебе такая стена, да. У меня латные какие-то. И грудак, и лизап латные есть у меня. Все, ДК даю. Ни у кого нагрудника нету, случайно? Кольчужного? Да. Нет, походу нет. Отдашь ДКшки самые штаны. Вон, наверное, на сети есть, шторме тусуется. Чего, вы не видите его? Просто написал ему? Я ему в Дискорде написал. Ничего, он ответил. Ничего еще. Да, у меня грудь латная есть, если кому-то надо будет. Так, Хант у нас на сверках. Да, чтоб сферы начали продавать. Я надеюсь, всю рулетку запихнут. Ну, сверку эту. Угу. А то я тут 2 месяца монетки собираю. Почему на пол? Подожди, почему? Штаны, да, Исполин? Кому? ДК. Фэк, короче, на букву Ф начинается. Факинг мэт. Кубова, ты стрим запускал? Да, но у меня лагает пиздец вот здесь сейчас. Очень. Давайте еще раз начну. У меня тоже лагает. Да хз, что тут? Все. В эфире пляй. Пал на трэш у нас. На пул на физифере появился. Ничего, как-то. Несерьезно. Ну, чуть-чуть. Какая ты, правда? Блять. Ставь, мол. Параллельно развиваю. Сейчас по трэшу будем играть. Давайте трэш. Потом сыпется. Буба сыграем. Поставлю трэш. Могу идут. Следующую пачку мобов. Угу. ДК, ой, этот, в эфире уводи его на другую сторону, туда, под озеро, где мы его изначально забежали. Эрдрул, Алакрима, беги за танком, рейдом, ухили его. А все весь рейд сейчас добиваем трэш. Так, через боб будем играть или просто будем играть? Давай будем. Через боб, да? Ну я дам, типа, если надо кому-то. Разбери моба. Смотрим, на ком сейчас будет это самое. Фейп, стоишь возле лужи, боб его спереди, давай. Ладно. Ну куда ты повел его, Фейп, блядь? На другую сторону перебежали все кастеры. Ну, все ДКшники, все. ДК, ты боб по ДК давай, боб, рос. Боб, рос по ДК. Я вижу, все хорошо. Лужу забегай. Все, а весь основной рейд на другую сторону побежал. Исполин, беги. Наверное. Корнес, по наверху, боб дэш. Давай, боб. Наверх, стой пока. Ближе к луже подойди. Знаю. Установить на другую сторону добежал. Сейчас босс должен уже выскочить. Фейп. Побегай там под спринтами, если что, от него подальше. Босс. Все, босс вылез. Ставь его под лужу туда. Там тоже есть. Смог луж не разбивать, а 2 лужи достаточно. Одну там, одну тут. Все. Я 4 разбиваю, пока. Могу больше. Большого могу. В общем, многовато потратить для луж. На пулу дали? Да. Зорки выбыли в обликонизм в мельзону.
Гудлик раскол, дай. Ну а че ты гудлик босса бежишь, когда точно выбьешь? Все, бейте босса сейчас все. В хэмке, блядь, надо будет быстро всем сейчас отрежь. Води фьюри, води босса. Мельки играть я потрашу. Лакрима также с води фьюром. Беги. Беги там, где вот под озеро это. В озеро туда беги. Беги, беги, беги. Кастер, играйте по боссу пока. Так, ну босс был. Бегал так. Банан даже Берт. Все, их утрес, ну хорошо. Добивайте трэш. Смотрим на ком. Гудлик. Есть боб у кого? Боб, Иван, да, у меня. Там лужу кто-то разбил. Лужу уже разбери, там похуй. На ДКшку. Сливаныч, у тебя боб есть? Да, есть. Кару. Кару аккуратненько. Забегай в лужу, пофиг. Блядь, лужу поразбивали. Нахуй столько лужу разбивается, ребята. Одну тут, одну, вторую там. По мне боб дадите. Сливаныч, дай боб. Ну? Блять, ты же не озвучил кого. Блять, ну быстрее куда-нибудь забеги. Ладно, забегай в лужу. По черепу. Блять, ну опять по черепу дайте. Ну вы чё, блять? Забегайте в лужу. Кельт, вставай сам. Идеальный бар по Корнесу. КД, КД. Не понял. Вылез. Так, Леди Фьюри, дай бар по Корнесу быстрее. Да, с самого начала какая-то фигня получилась. Когда боб тебе не дали. Да. Пал, забери босса. Сейчас мне трёшь надо собрать. Знаете, босса под лужу. Все под босса станьте, у кого мелкий трэш висит. Дрэш. Дрэш, подними дома станет. Только пока не трогайте, пусть огромно бьет. Так, пиздец, мы с идеей упало. Так, Альфи, есть бэр у тебя? Дай бэр Альфи по Корнесу. Бананы по Корнесу и нардай. Ты по, блядь, по бутеру, да, нет, по кубобу. Опять надо будет бегать. Трэш, играйте сейчас. Уводи босса, уводи фьюри. Я в противоположную сторону, через ноги проходил. А почему до сих пор моб жив на вторых мобах? Вол. Он на пятах хлопает. Да, это спал. Можно падать. А, пизду, падайте. Да вы долго очень мобов. Падайте, падайте. Так. Умерло. Короче, босс не должен стоять в центре комнаты никаким образом. Он стоит либо тут, либо там. В Дефюрия. Если он стоит тут, ведешь его туда, на ту сторону. Если он стоит там, ведешь его сюда. Когда при закапывании. Да, три пала у нас. Три боба. Ну, я знаю, что ускорился это сам шип, и он всех убил. Так ты еще, Бьерн, это, ты не заанонсил ник кому дать. Он, наверное, и не знал. Он говорил по себе, не надо рассказывать. По себе, ну. А ник? По мне. Он снова по мне, типа. Ладно, короче, может, не знаю еще. Давайте падайте быстрее. А где этот шип годился? Че он не бегает? Да, уже бегался. Спорно, но не нашел. Где босс сам? Ой, пиздец. Так хорошо шли. Нет же. Медленно, плавненько все умирали. Ну такое, умирать никак было. Все, заходите. Заходим. Че, блядь, еще фласки закончатся. Да, похер. А все, смотрю, побыстрее, блядь. Так, это самое. Давайте договоримся так. Когда трэш идет в мили-зону, давайте, наверное, секунд 10-15 не будем трогать его. Пал тут доберет огромно нормально. Когда потом вырываетесь, если что. В Дефюре ты где там? Давай.
Там смотрите, на ком череп, там не ошибетесь, когда вот прокалывание идет на кого цели там. А первый бот, давай договоримся так. У нас дает Рос, второй дает Корнес, третий дает Сильванович. Так, Хан, лужу разливай, пожалуйста, одну здесь, под боссом. Не надо там две лужи лить. Вторую лужу там разобьешь, возле озера. Все, и дамажь босса. Ок. Че на пол? А рыба будет? Кого? Да вон стоит. Рыба стоит. А да. Кроме меня, престы бафать кто-нибудь будет массом? Я заебался. Бафайся, престы быстрее. Блин, так лонгрис должен бафать. Он же ДЦшник наш. Так я бафну. Все, все готовы. В Адифюри по готовности, гуляй. Очень сильно ДБМ пула не хватает. Да, ну, кстати, я там прожму себя. Я разбиваю. Так, разбивай там, да. А? Все, веди его под лужу. Мобов пока тоже не врывайтесь в мобов. Можете да, обдотать, но не бить пока. Врываемся мобов. Выйти точно ударим. Зачем вы угнелинкой стоите? Вы больше несете урона бьете, чем по этим целям. Хан, ты попросил дулу уже там, а не дверь разбивать. Все, босс играйте. Босс играем. Буди Фьюри, готовься водить босса. Альфи, идешь его хилить. Все, пока играем по боссу. Води, води Фьюри, води, 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 води. Таунт, таунт, блять, идеально. Есть бэр у кого? У Дефюри дашь бэр ему, как придешь сюда по боссу. У всех 4 кд. У Дефюри вроде бы не... А, все, вижу. Идеально дашь бэр, как откатится. Играем по трэшу. Трэш фу, вопрос. Что так много трэш умирает? Потому что боссы все бьют. Все нормально сделаем. Трэш умирает быстро. Так, череп, дрищ, кару. Не в лужу, не в лужу. Стоит в лужу. Рос, дашь ему боб сейчас. Я скажу, куда в лужу забегать. Не разбивайте, сука, блять, эти лужи ебаные. Боп-боп-боп-боп. Все, Карл, я скажу, куда забегать. 2 секунды останется до окончания бопа, забежишь в лужу. Забегай. Все, красавчик. Все, аналогично делаем тут тоже так же. Фейп. Корнес по фейбу, боп дашь. Давай, боп. Куда же ты через столб попал? Ну. Все, всех стенки прижмитесь, Иваныч, по себе бабу, если что дашь. И стоишь до конца. Бабу не надо. Забегай в лужу, похуй. Забегай. Надо было в лужу забежать. Боб проебали. Короче, бобов не будет у нас больше. Так, блядь, я вас потом готов на следующем КД, блядь, научу вас. Блядь, нормально разбивать лужу. Еще хуйню буду творить меня, блядь. Да, Керри будет жестко. Там, блядь, жестко нахуй будет. Пока бейте, пока босса пока, мелких не трогаем. Идеально, сколько там, 40 минут лежу. Заливайте трэш. Сюда мы еще хилим. Кубок аккуратно, блядь. Куда ты, сука, рвешь, блядь? Сука, скачайте себе нахуй ДПС метру, блядь, смотрите за урон. Годлик раскол. Я не так сильно по нему бью. Мне босса ресать или кубоба? Ты не кубоса, а банан реснишь кубоба. Уводи босса там, где мы начинали бой, прямо к стенке вводи его. Иди, Фюрик, к стенке туда. Иди. Альфик, если не бежишь. Зарывание 40 секунд. Рано еще, нет? Нет. Веди. Все в трэш играем. По трэшу сычность. Веди еще. Все, хорошо. Да, очень рано, Бьер. Что очень рано? Все нормально, мы делаем. Мы специально его подальше отводим. Просто положим бегать, и все. У нас нету бобов. Весь свет на другую сторону перешел от черепа. На противоположную сторону. Куверть остаешься, весь свет переходим на другую сторону.
Зацепит лужу. Вы можете это ставить так, чтобы, блядь, не цепляло лужу? Ну вот ебаный в рот, блядь. Идеально, другом, череп, добегай быстрее. Все, быстрее там же остаемся, на другой стороне. Нахуй вы лужу разлили, если у нас еще есть лужа? Забегаю в лужу. Весь след на другую сторону побежал. Чувствую, ВХМ, блядь, ВК будет жестко у нас. Лангрис в лужу. Все, появляем, через 10 секунд просто катится, лужу не взрывайте. Тучка есть, если что. Еще. Все, заводи его, босса, в лужу. Пробафайте босса. Пробафайте вара быстренько. Мелкий трэш весь под, вот это самое, под, это самое, видите, под босса. И не надо его танку хватать, Сливаныч. Ты сейчас, блядь, настакаешь хуйню, и тебе сложит просто. Второго моба на пульте там, не знаю. На русского попасили. Ну, давно. 15 секунд, БР-шку было сразу. По трэшу играем. Аккуратно, только не срывайте. На ком там мелкий висит? Волк. Чей это волк, блядь? А, кастеры срываем. Мелкий трэш играет еще. Банан, резай. Кубова. Веди фьюри, веди его сейчас под это самое, под воду уже. Ребаф, пожалуйста. Ребаф Кубова. Где пока босса все? Ну, блять, я же говорю, босса бейте, блять, не копателя. Ну, босс, ну чё ты, блять? Альфи рейс не шел. Все, по трэшу заехали. Играем по трэшу. Кого? Блять, Фейб сдох. Короче, ГП нахуй, надаю сейчас вам, блять, обоим. Фейба ресай. В Адифюри реснишь юников босса. Лужа забегает там кто-то у нас. Угу. Не стойте на пути у этих самых. Забегай. Все. Банан. Банан в лужу забегай. Весь свет на другую сторону перебежал. Юнком босса, Фейба, киньте это самое, ребафы. Сливанточка, танкуй на боб, пожалуйста. У меня есть боб сейчас. Беги, малышка, беги. В Адифюри кинешь ему боб. Я не вижу его. Вижу, все нормально, да-да-да. Давай, боб, давай. Все четко, я вижу. Я когда вижу цель, у меня нормально дам. Другую цель, приближаем в другую сторону. Ничего страшного, без банана убьем туда. Все, лови босса, ставь его в лужу и переводим его, сейчас будем босса переводить. Мелкий трэш, давайте тут сначала. Есть мелкий трэш под босса. Сложно пиздец, нахуй, я... Включайте голову, ребята. Трэш пока никто не трогает, бейте босса. На 32% стопнем у босса и будем трэшировать. Блядь, бомжей, хрипатый бомжей, дай быстрее. Давайте трэш быстро, все в трэш. Это танка нету, говорю, ничего. Гнев, дай. Не, пока рано еще гнева. Поставьте их на следующую пачку трэша. Второй ДК, блядь, сдох у нас. Сука, у нас нету больше ДКшек. Бэров нету, блядь. Сука, из-за вас нахуй, что вы сдохнете, блядь, по хуйне всякой бэры тратить на вас, блядь. Переводите босса. Рост и первый дашь гнев. Второй даст у нас это самое. Кто там? Корнес. Забираем обов, попробуй в Адифьюри. На пульте на Адифьюри трэш быстрее. Играйте по трэш, играю. По трэшу сыграли. В Адифьюрике сложилось. Ой, да. Падайте, я знаю, что не настакивают. Бегать надо. А как уже? Чтоб не настакивало. Ну, а в роках себя держит. А знаете, почему Сильванович упал? Сейчас я скажу, чего Сильванович упал. Сильванович дох еще на то, что настакал у него мелкий трэш, блядь, еще и хуйню эту. Тань, я в гере так и танчу, я бегаю вокруг просто. Ну, а я в гере танчил, я обычно... Причем соло танчу. Ну, ты тыкал, ты лпшки, а упал, надо бить. Че, я и варом танчил, тоже. Давайте, заходите. Так, короче, кто сейчас сдохнет от агро, блядь, я сразу луплю ГП, я не буду разбираться сейчас. Блядь, за агрометр, нахуй, ты человек упал у меня. Я говорю, блядь, бейте босса, нахуй, я эти трэш, нахуй я это делаю.
Так еще вроде вот только не набрал. И давайте договоримся по этим самым, по гневам. Давай, первый даешь у нас Ливаныч гнев, второй рост, третий Корнес. Так, подожди, стой, у нас же этот... Ну, давай какой-то момент давать. И там третий гнев уже будет в этом, в Диминишинге. То есть третий не будет, Диминишинге третий не будет. Ну, там будет 0,5 секунд, типа, что-то ну, такое. Танк засейвится на 0,5 секунд. Там нету кастов КХМ-ки, там просто дай станк ради того, чтобы, ну, танка засейвить. Они, типа, настакиваются там. Что, давайте, фулл бафы. Сейчас бы, блядь, Вики 25 килл эпоса. И, Сильванович, поменьше агри мелких этих. У тебя вообще, по сути, не должно быть. У тебя на старт будут болячки, больно очень. Плюс еще мог бы тебе копать себе пиздец. Кушайте рыбку. Никита готов, Лангрис? Еще раз, ханты, стреляю, блядь. Одну лужу, не надо две там лить. Одну лужу ставьте. Одну ту, блядь. Только, блядь, играть невероятно по лужам, по тем самым, по шарикам. Все, больше никто не трогает. Дайте ДБМ пул сейчас. Никакие исполины, там, кубы, бодрящи, никто не бьет этих мелких, ну, этих, ну, шарики эти. Бьет только у нас тогда Нирлайн. Все, блядь, такая, ой, такая, ну, блядь. Когда-нибудь дайте ДБМ пул Чома по новому контенту, это не делаем. Фаски не решат, блядь, сейчас время у тебя в рот пизды получится. Да с пула не сорвут. Угу. Наверх делал уже. И прям под этим падает. Все. Заводите босса. Играем пока по боссу. Никто не бьет трэш пока. Давай, Сильванович, первый гнев. Сдам. Дрэш раскол. Роздай гнев. По трэшу заехали. У кого много титана от реша, блядь, сразу босса переключайтесь. Все, следующую пачку. Вводи фьюри, вводи босса. А ну это... Хуйня. Тактика для слабаков, это все. Я знаю, что они усиливаются. Ты же видишь, выдерживаешь, выдерживаешь. Все нормально. Нужно вообще одного шакрить, короче. Да, его просто шакришь и все. Я его пока еще, если что. И не рекомендую миликам вам моблов в таунсисе этих, когда они кадавры. Весь свет пришел на другую сторону, метка черепа остается, раздашь ему дела, ой, боб этот. Отошли от пути, не стоит это там, боб первый пошел, отлично. Заводи в лужу на 2 секунды, когда остается. Беги в лужу, быстрее, ПК, блядь, сейчас сдохнешь. Ебать нахуй, ГП, блядь, за такую хуйню. В лужу забегай сразу, уйдите с пути. В другую сторону побежали. Невер, одну лужу там разлей. Я уже разлил. На пути. Не тут, блядь, на. Трэш залейте. Трэш заливайте быстрее. На обратной стороне разбил. Свакару прячется. Пока бопы не раздавайте. Ну нахуй, блядь. Так, у нас БР идеально первый откатится, даже по ему БР по ДКшке. Лангрис, беги. Просто сейви, там, если что, тучку прожми, босс должен вылезти. Все, босса ставь, да, где мы сейчас бьемся. Сначала мелкий трэш заливай. Ты что тут первый раз нахуй или что, блядь? Сыны, блин. Скоробея залили сначала, потом играем в копатели. Все, играем по боссу пока играем. Копатели заехали, копатели поехали. Залейте аккуратненько за гром. Все хорошо залили. Босс играйте за уешу.
В Эдефюри можешь потихонечку катить босса. Продолжаем себя бить босса. Как только поставится трэш, я скажу, когда ворваться в него. Води, 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 Лакрима беги к нему. Все, переключились трэш. Просто куда ты крана начал бить? Почему я никого не начал бить. Все хорошо, я сделал, что нужно. Что ты сделал, блядь? Ну, на РДДшника сорвался, я его на себя стаунтил и застанил на луже. Ну ладно. Задавайте трэш быстрее. Все, ДК подняли. Все, отлично. ДК ребафните. Весь рейд прибежал на другую сторону. На пути у шипов не стойте. Просто пока бегаем, тренируйтесь так, блядь, на хэмку. Без бобов будем пока. Весь рейд обратно перешел на другую сторону. Череп забегает у нас в лужу. Зорки в лужу заберешь. В криво лужу разбили. Зорки вправо верни, выверни его, чтобы он не зацепил эту лужу. Что, теперь забрыгай. Нахуй вы, сука, лужу рвете, блядь, столько много. Неверлайн, блядь, тебе пальцы сейчас подбиваю. В чем здесь я? Перешли на другую сторону, ребята. А этот... через глыбу можно обузить? Глыба плюс блинк? Нет. Все, бьем мелкий трэш заливать сначала, потом босса. А он в целом глыбу пробивает или нет? Нет, он не пробивает глыбу, но... Таргет. Да, я понял, я понял. Но можно да, тебе... он таргет меняет просто. Достаточно быстро. Типа как бабл. А, ну нет, в целом это неплохо. Глыба тогда... Сначала боб, потом глыба и все. Минус одна потраченная лужа на хрене. Нет, вы не поняли, он когда глыбу везет, он меняет таргет сразу. Не понял, дают челику боб, он стоит на ТД, потом дает глыбу. Сфер нету на этой стороне. Ничего страшного. Ну типа даже можно без боба. Маг катит в одну сторону, типа там дает глыбу в конце, и он свечится на другого, типа. Ну и бежит на другую сторону, соответственно, если в это время весь рейс с другой стороны. А он не ускоряется сразу после глыбы? Ну и что, пускай ускорится. Ну ускоряется, но... Ну, пускай он ускорится, так рейд стоит уже в глыбе. Ой, ну, лучше с другой стороны. Так, вот, веди его к озеру опять. Веди, веди, веди. Бьем пока все боссы. А это не первый трэш? Нет, это второй. По трэшу заехали все. Еще веди подальше, еще подальше. Слышишь? Дайся. Заливаем быстрее. Кастер, бегите на другую сторону, чтобы лужа не кинулась. Исполин, беги дальнюю лужу. Остальные добивайте трэш быстрее. На пути не стоим. Все, заливайте мелких. Ну, у нас хуёво нету, только середина. Так, Боба есть у нас? У меня 20 секунд. Сильван, Карнас есть, Боб? Быстрее, да, нет. Заводи в лужу. Заводи в лужу. Квельт в лужу забирай. Я могу квельта дать. Ну ладно, уже поздно. О, с другой стороны. Микрофон был вырублен, есть. Есть. Хорошо. Вот сейчас. Шаманизм дашь, Боб. Блин, а где, позорком, Боб. Видишь его? Да, вижу. Готовься, Боб, убрать. Скажу, когда. Давай. Дал. Все, зорки не забегай пока в лужу, сейчас босс должен выйти. Уйдите оттуда, блядь. Все, играем по боссу сейчас. Так, скрабей удалите сначала. На ком мелкий, подойдите под босса, на ком мелкий, Боб. Сиваныч ловит. Не шаклись, что вы делаете? Не шаклись ему, Боб. Добьем сейчас. Я сейчас разморожу, заберешь его. Все. Играйте по трэшу сейчас. По трэшу заехал. Следующих зашаклицы. Лангрис и Исполин зашаклицы следующих мобов. Если они выйдут. Добейте мобов. Зачем вы их в глыбу кидаете? Он взорвется сейчас. Вообще-то я ему сбил. Он взрывается, когда мало у него хп, не переживайте. Нет, нет, я ему сбил каст вообще-то взорвания только что. Все, забивайте босса сейчас. Босса играем. Гера, дали. Бал хп снимитесь. Баф на хп сняли, приседский варовский баф. Хилим только метки прохиливаем, основное просто поддерживайте. На ком метки прохиливайте, длина его глыбы повысит.
Да меньше от хила, вы чё? Ну, так не хилите жестко, алё, Прилай. Стопните урон. Прилай, прихилите. Я только танков держу. Дрыщ, зоркий, босс, валк. И Сильваныч, ну Сильваныч там. Готовьте, сейчас будут новые метки. Но для ИВК вам нужно будет намного меньше хилить. Да там они не смогут, они там, блядь, урон бешеный. Еще больше идет. Да, там урона будет больше. Ну и про то, что типа сейчас мы много хилим босса. Ну да. Ну да, я что-то говорю. Ну, там, я говорю, в ВВК они не смогут дверь держать на хп, как сейчас вот это происходит. Ну не суть, типа, даже если они попытаются, плохо. Опа, маунт. Смотрите, пул только убили босса. Маунт, да, у меня уже есть, бля. Какая же залупа, блядь. Бля, нужно было соглашаться локами. А, слушай, не, у меня же проходки нет. This is Bjorn, это не я сферы разбивал, которые в середине валялись. А кто сбивал сферы, ребята, блядь? Ну посмотрите, нанесен урон по сферам. Трофей ангарда, я ролю. 5. Ну слушай, почти апнулся. Да нам бил. Ничего страшного, там их дохуя падает, какая быстро апнуть. Сейчас твой прикол. Одного не летим сейчас. Заходите, ну, потолку на морду. Так, Мор на 5 метров, наверное, увеличенный берете, вот и, блядь, задотали его нахуй. Пестеры. Кубок забирает. Плащик ДЦ. Надо кому ДЦ? Слушайте, ну вообще, типа, мы сегодня, наверное, уже никуда и не пойдем, правильно? Нет, пизду я, что-то... Да, ну, да, они, типа, и хватит. Потому надо кому плащ? Офспек. За полцены. Давай мне. Тринка. А как она вообще, типа, на лока? Ну лока, да. Хуета. 2.5% прокает. На всех хуета она. Да. Реально? Да. Ну, она реально не прокает. Вас просто не получится быстро стакать. Так, ролите все. У меня есть. Так, а мы же там ролим, типа, у кого там звание. Ну, никакого звания нету, ни у кого. Блять, а я улетел. Neverline 1. Бананамен 2. Соточка. Лакрима 6. Сотка фейн. Портальчик ник. Снять еще разочек. Да, я уже полетать же можете, да? Слушайте, а прикольно? Фэй, почему ты, блядь, протянулся? Хуй знаю. Так чтобы быстрее этот... Где, кстати, всё, портал? Я себе заберу потом это самое. Где я там портал? Потом тебе следующий выбьем. Дайси, ты же на меня ролил, да? Братская чисто. Да, по-любому можно два рейда собирать спокойно, проносить это говно все. Ну да. Ну так и будет, во вторник соберем второй. Да. А насчет типа ульды 25-ки, вторую может даже в среду ее поставить. Не, я ульду 25-ку не буду вводить, я максимум 3 рейда. Ну, не, Void будет вводить. Ну типа плюс ульду 25-ку, там в случае чего я могу. Этот контент мне не нравится, ульду можно. Тем более, да, что я буду на дестрике, типа на дестрике мне намного удобнее релить. Я самолете у меня нету, мало того, чтобы по воде бегать. Не купил его что-то. Блять, а мне это что делал не мой. Слышишь, Войт, ты еще будешь ульду собирать? Блять, какой же просто ебаный. Ну конечно будет ульду собирать, мы уже то самое. Я о том, что типа у нас дней нету, чтобы он ульду собирал. Я понял. Короче, Куэт, сделай себе песнам эти самые. Так, бро, сколько там за иконю, ой, за Оню там дается? Прими пати. Значит, я ИП начислю. Я, если хочешь, я могу за паладина накинуть тебе все ИП, что ты проходил сегодня. Давай на паладина за... хорошо.
Я что-то переживаю, что бутера Т4 не особо апнуло. Вообще не апнуло, считай. 200 урона. Вообще-то оно... Да, оно и... мало кого апает, на самом деле. 24. Ретриков. Я говорю, мало кого апает, а не то, что никого не апает. Я говорю, что ретриков апает, но бесполезно. Ну, типа я в Т8 хожу и на его уровне добавлю. Войд. Когда ты будешь собирать льду? Блять, Войд же был только что тут, нет? Или это не он говорил? По-моему, он. Слон же говорил. Он курить пошел. Нет, Лан говорит другой голос. Нет, про то, что про кого-то апает, но не паладинов. Это разве не Войд? Это Кубоб говорил. Нет, блядь, какой Кубоб? Ты чё? Я думаю, что голос Кубоба не узнает. Рос сказал. Нет, блядь. Который говорил, что он мало кого апает. Да, мало кого апает. Это я сказал, это я. А, все, шаманизм и Войда, я голос путаю, понял. Ты понял, свой голос как-то больше резонирует, чтобы его легче узнавать было? Как карма сомкнулся. Я могу вот так говорить, тебе нравится? Нет, так я вообще не узнаю. Вот это, наверное, в прошлый раз ты сказал. А нет, нормально узнаешь? Да, твой нормально. Ну так тебя я давно знаю, не гоню, год уже. Так, сейчас я ЕП начислю, пока сумонте. Ясно, дают уже ЕП до убитых боссов, понимаю. За Оню сразу начислили. Пошли. Не, на Оню потом, да. А я за Оню, кстати, я не писал за Оню, кстати. Саш. Ну, ГЦ. Сейчас иди в рейде, сейчас я там, типа, и так. Бля, Альфи, ты тоже на Блиде, ну, играешь уже давно, что ты не проходка не могла себе сделать? Да я не знаю, почему так получилось. Да, я не знаю. Так тем более это твинг. Так, короче, Оня, за Оню не будет у нас, типа, просто так ее. Сейчас допишу там. Окей. АГП за шею, значит, за спину давать будут? Кастерскую. Да будет ЕП за Оню, не гоните. Я сотку дам, блин. Сука. Да не, ну чё, ну типа как за этого, как за обычного босса. Или там супер все плохо. Сотка. Зачем, блядь, в смысле, там, обычный босс? Не, ну сотка это за 26-го босса, а хотя бы 150. Так, короче, Ик, Грул, Мактеридон, в общем, вышло у нас, 400, 900, 1100. 1200 с Оней будет. Потом числю за Оню. Ах, меньше льды. Печально. А за фул закрытие этого ИК разве соточки нету? Нет. А что там ИК, это, блядь, сисичный босс? Куда, блядь, где? Ну, первое убийство, все дела. Ага. Первый рейд, первое убийство, первые слаги. Все, кто получил ИП, ливайся, мы в трехила, в принципе, похили. В смысле, ну, в плане того, у кого нет проходки, имеется. Да, ну... Да, у кого нет проходки, ливайте, у нас фэш. А замели, когда заходить за ИП? Замене, я же сказал, если второй рейд не соберется, замена получает ИП сразу. Скрин а был. Так у нас... Да соберется второй рейд, если соберется, что, соберем там пару пугов. Нет, ну просто есть ли нам смысл вообще ждать, или лучше с пугами надо было идти? Нет, 100% во вторник будет второй рейд. Я с собой там. Пойду. Как? Я просто слышал слово «если». Лока. Ну, типа, блин, всякое бывает, какие-то форс-мажоры, типа, может не собраться, но так вообще... Хорошо, если это, типа, смерть. Что? Да, вот именно вот из этого разряда. В остальных случаях соберется? Ну да, соберем. Хорошо. Есть кому и рели тут, толпа людей. Я не буду рели. Воскресенье у льда, да, будет, получается? Да. Подожди, ты чё пишешь мне? Ты хочешь ливнуть ЕП на хлябу получить, или что? Я не понял. Сука. Что там, Гудлик воюет? Сумоньте его, блядь, погнали нам. Поехали, блядь. Сумоньте его. Вагоны. Всё, полетели. Гудлика нельзя сумнуть, у него не этот. Походки нету? Ну, блядь, ну понятно. Чё нахуй без ЕП, блядь? У меня вопрос, а почему у нас этот... Что? Флайт ливнул и Лакрима. Потому что у них проходки нету. А-а-а. Блять, охуенно. Гудлик, ты, конечно, хитрый пиздец, чувак, блять. Блять, взяли людей. У меня маги есть, я могу магом пойти. Давай, заходи на мага. Вот ты ржешь, и я только сегодня сидел и вспоминал, есть у меня проходка на Оню или нет. Били мы ее когда-то. Файрроу, поставьте половину. Ой, фул прохил, пацаны. Файрроу, у нас 3 хила, ребята. Надо было много говорить. Fire Aura поставьте вместе темно быстрее.
поставили уже. Ну я дам массакру в случае чего. И у нас не 3 хила, а 2 хила, лангриса нету. Хуй. На второй рейд стоит, надо типа команд. Я буду водить десятки, но я, наверное, в субботу завтракаю. Ой, после завтрака иду. Да не, мы просто взяли там чуваков, которые постоянно... Подожди, завтра пойдешь кого? Тебе паладин нужен? Завтра я никого не поведу. А, плохо. А в субботу хочешь повезти? Да. Бля, плохо, я в субботу локом иду с донтом. Ты завтра сможешь сам себе забрать, в чем тебе проблема. Да, с слугами сходи. Завтра донт. Да не, лучше с кем-то пойду. Ну типа, так, какой смысл у меня вагонить слугов? Все на следующей неделе позакрывали эти проходки вонючие. Бля, Оню сходи десятку убить, это 5 минут времени. Сходи с пугами, я 2 часа провел, блядь, на ебаной Оне. Винком. Давайте сейчас мы соберем, в чем проблема, я не понимаю. Давайте сейчас соберем. Так если, блядь, вы видите, что бомжи, нахуй вы сидите в рейде. Ну, я сейчас соберусь. На Оне не вешается КД, пока вы ее не убьете. Вообще, по-хорошему, типа, ладно, сейчас это пропустили, но в следующий раз такая хуйня, что у кого-то проходки нет, он ДГП. Только... Нет, не ГП, я просто в рейд не беру и все. Не залетайте, слышите, не залетайте на этот, на боковушку. Вот тут стоим. Там сейчас умоним. Это дракона. Да, да, да. Все, ставьте шкаф, умонимся. Шкаф. Бля, за трэш этот тринка ни разу не попал. Где-то выпал трэш, пацаны. Слева идет. Да не подходите к краям, они тоже агрятся оттуда. Лут с головы точно такой же, как с десятки. Голова по рулу пойдет, а... Да, короче, ценные шмотки по ГП, а обычные шмотки там конченые по рулу. Да. Тут из того, что тебя может заинтересовать, это этот... Тут только плащик адекватный. Древковая. Ну и пушка, мне кажется. Кольцо хорошее на танка. Грязи все школы. Так, кого сон плюс? Откуда у Валока 1150 ГП? Вот такая вот тут пушка есть. А я не знаю, откуда у него ГП. Может, это уталсин, наверное. Да, пушка не нужна такая. И она превращается вот такую. Так, Зорки, ты по фейке давай МК. МК по мне фейка дает. Все, давайте начинаем. Вот такой адрес. Лангрис ДЦ идет. Что есть хуйню какую-то? Так, шаман у нас, что там? Сейчас я закину до танков. В Адефюре соло потанчишь, да? Кому СС? Ну, Василю, Силюан, ты чем не спекал? Кинь кому-нибудь, кого видишь. Ну, у меня есть спек, но ДПС там нет. Идеальный, блин. Да, на подстраховке стоит. Да, подожди, да. 2 танка надо, блядь, алло. Да трэш, я потанчу трэш. Трэш, да. Ну, давайте, если Иван начнет трэш, в Адефюре надо вообще на полку. Веда нету, вроде. Где он? Ты разведел? А, престол. Понял, ну пойдет. Я в спек за ГП не буду одевать, не буду мейна одеть. Идеально, чего не хватает? Готов, танк не было. Я... Что еще раз? Танка не было. Все, здесь. Все, все готов идеально? Да, да. Все, блядь, ребят. Наверное, ДБМ сломался. Сбоку стойте. Она под хвост не лезет. ДБМ до сих пор пишут зарывание. У меня Димон с этих чемпионов так. ДБМ от Алекса поставьте, который в DC я скидывал. Он нормально работает со всеми камерами. В разделе аддона в DC. А у тебя на БК инсте есть аддон там или нет? Алекса там. Ну, Магика, Гла там, Кражана. В принципе, он мне нужен. Все полностью показывает. И ульду тоже показывает. Это не Адмирала, нет? Нет, который второй. Это я кидал 2, и Адмирала, и вот второй. Вот последний, да, классно. Да-да-да. Адмираловский, у него таймер ульды под X2. Они там не видны немного. А второй там, они там яркие, такие красивые. Ну, второй вообще очень хорошо сделан. Даже с озвучкой. Это, короче, делал, как я понял, прист с этого. Помнишь, короче, Донт? Ой, Донт, Бьорн. Был у нас на X2. Ну, приз адмирал. Нет, это... Да, давай он большой держит, чтобы потом не перехватывать. А ты в Дефюри будешь босса забрать. Ну, мелких там напыляйте. Давай, Геру, давайте.
Эки пока мелких играете. Вот такой конченый Андон просто сейчас, вот, который орёт меня просто, блядь. Да, потом отключи звук, блядь. Или два промаха, блядь. Подводи под большую. Потом у тебя скоро дыхание будет. Мне кажется, его не будет. Будет, будет, будет. 25 секунд. Не успеем. Может быть, успеем еще. Нет, дыхание будет по-другому. Сейчас, смотрите аккуратно, сразу под рожу право-лево убегаем. Побежали справа-лево, ушли с под рожу. Под рожу ушли, когда он смотрит, сразу по бокам бегаете. Все, приводите босса. Ловите моба сейчас. Иди фьюри, лови босса. На мобе этот, на мобе. Мапу, да? Я поймал моба, сейчас подведу. Не надо подойти. На мобе клип, осторожно. Блять, банан. Сука. Какого хуя, блядь? Кастер добили мелкого. Хан, включи сейчас спек. Короче, тогда ковыряйте, я моба подержу. Хан, конфет включи, чтобы танк не поворачивал в босса по фирам. Кастер добили быстрее. Проблема. Мы вдвоем с тобой его бьем, блядь. Блядь, поставь его нормально. Здесь сломали они снова геодату. Сразу сворачиваю его. Отбегите, кто там? Аспект, заебись. Спасибо. Что у тебя там зависло, блядь? Кубок, ты чё, блядь, сдох? Аспект хантовский включен был. Да. Так, чё ты изначально стоял там близко? Ну? Ферия туда подбежал. Ясно. Всё, дамажим спокойно босса. Так, БР, давай, банан, дай БР по зоркому. Идеальный БР по кубу. Похитер поедет КХП, понимаете? Заберите, да, мелко. И не стойте, сука, блять, под хвостом, чтобы у вас нет кидала. Кто там стоит? Идеальный. Это дед, она, ну, прав... нет. Он идеальный, этот, Неверлайн. Право, уйдите, откинь час. Мне не лезь. БР раздайте. Корнет, Файер, ауру забери. Или Сильваныч. Тотемы на натуре, это поставьте на, блять, как его. На цифир, блядь. Да. Блядь, а они у нас у плестов на танка? Почему босс вообще так криво стоит изначально? Да, перекинь меня к этому. Войну. Ставь. Стоит. Какая хуй разница? Ай, я умер. Почему у босса не в центре поставили только что? Рейду хуй знает где стоять. Ни слева, ни справа не встать. Блядь, так, мне первый вопрос. Почему моб стоял, блядь, так далеко нахуй, когда... Знаешь, вы почему пошли бить босса сразу, когда надо было добить моба? Первый вопрос. Потому что я в фюре туда убежал. Хорошо. В эти фюре ты босс нормально, в принципе, стоял изначально. Я не знаю, как ты его зафиряло. Шаман, сразу тотем этого ставьте, блядь, трепета. Слушай, давай. Вообще насчет босса, типа, его нужно как-то по-другому ставить, потому что ты видел, танк откидывает. Да, по центру надо его ставить, как-то. Да, и босс непонятно там, как крутится. Танк откидывает, и босс просто поворачивается в рейд и задувает в рейд. Там, ну, сломанная геодата. Ну, короче, снова. Ставь его в центр комнаты, да и все. Медики кастеры только по бокам стоятся. Не стойте под ебалом, не под хвостом. Типа, ты его прижал там сбоку, и, а с одной стороны тупо рейд не может встать. Потому что если он там будет стоять, ты, если в мелизоне ты повертишься, там люди точно умрут. Сейчас смотри, друлька, если тебя откидывает сразу рывок в него свой, и, ну, ты понял, короче. Ну, ставь его там, где он сейчас и стоит, в принципе. Это когда, ну, вот развернуть его и туда вот к стене. Все. У нас очень много места будет. На взрывание, осторожно. И кастеры, просьба, не стойте в этих трещинах, видите, такие щели, блядь, тут будет вулкан, ну, лавайте, на третьей фазе там вас будут бить.
аккуратно смотрите. Все, давайте вообще на. Там что-то ставят, помогите кубу. Мне кажется, тебе нужно валка перекинуть в пати к хилам. Что, слышь, Димон? Да, да, Сильван еще закину и... Димон, Димон, смотрю, это, экзалты, да, как по времени убили? Это у того же самого Джараксуса. Они за 3.57 самые лучшие, а нет, 3.41 у них. У нас 3.59 на 15 секунд. Ну это много. Блять. Они, может, мобов филиали там контроль, да? Может, не заливали их. Там больше всего эти. Тернал быстрее убили гораздо. Ну, у нас Терналы задрот ДПС, но по факту. У нас еще Саня там не сильно ДПСил, поэтому он за вами следил. Не, ну я ж апаю бестиков там, ну, 6%. Ну там просто зоркий один был в магии. Так у меня мана кончилась, блядь, в нидерн, да. Ну если придрочиться, естественно, можно быстрее это все сделать. Конечно. Называй вещи своими именами, если приодеться. Да не, там именно типа, ну вот, с этих... Этерналов челики, они задроты ДПС, прям у них. Может там типа то же самое с этими с БК фласками все были. Там не только все с БК фласками, там все пьют и препод, и код. И топ-чарки, типа, я думаю, сразу. Да, и там у всех топ-чарки, топ-камни должны быть. Ну, вот в мейн-рейде. Не, ну сейчас пока обычка, я ни к этому не хочу подираться. Я когда будут ПМки, блядь, я, ну, ебать буду где за топ-фласки, чарки и так далее. Пока обычный режим, то есть все убивается, зачем мне все пока тратить. Да сейчас реально, ну типа, довольно легкий, можно, ну, не как одеваться. Это, короче. Давайте, Гера. Слагает, ебать. Ну тоже немножко подлагивает. Как говорил один знакомый мне РЛ, купи себе. Заводи под большую. Слушай, не знаю, ну. Готовься, скоро дыхание будет. Мне кажется, пока через минуту ты отвезешь меня. 20 секунд, да. Сейчас она прилетит. Вы видите, куда она смотрит? Сразу по бокам можете уже разбегаться. Дыхание будет. Беги, малыш! Пошли дыхание. Приводите. Опять моб выходит по таймингу. Ну, ну да, надо, давайте, давайте убьем моба сейчас просто. Моба убивайте, только это подъем. Самое. Все, видите, фул, ставь его по центру, от хвоста ушли. По бокам стали все, чтобы вас не откинуло. И под ебалом у моба не стойте. Сука, блядь, грунт, сука, не стойте под ебалом, блядь, кастеры нахуй. Да, фир был. Милики, отошли от моба. Все, идите кастер, бейте босса, все боссы бьют. Как она там скулилась? Заберись, Иваныч, быстрее. Разворачивай трейдер. Фир. Разворачивай, разворачивай. Да куда ты трейдер нахуй? А у нее, сломанная геодата, ты видишь, как она крутится? Давайте вот. По бокам остались, по бокам. Умрете. Вы умрете. Теперь, наверное, можешь убить, не знаю. Так, а там трепета поставили шаманы. Блять. Банан, дай БР по этому. В эти фьюри. А в эти фьюри дай БР по идеальному. А, у нас банан, блядь, КД, сука, вижу. Ладно, бейте пока так.
вы ровно в каст сначала будете кидать, у вас сразу будет сниматься пир. Поставь это самое, как его, Сливаныч, забери мелких сейчас и включи, блядь, как его, дух стаи, Ханс. Эмер. Я сейчас включу. Не работает, да, да, твоя схема. Сливаныч, хилим. Батан, кинь Инер по Корнесу. Нужно под танк дать водит капли под дыхание. Ну ладно, нормально. Кубов скол тыкни. И Корнея сальву в бутера дай. Массакра есть, если что? 30 секунд, когда... Блядь. Отошли все. Отошли от ебало. Сиваныч. Умрёте. Давайте ещё вайп. Пизда умер нахуй, бонуса какая-то, блядь. Сложно босс получается. У меня свет вырубили. Да у неё сломанная геодата просто. Да, блядь, сейчас вот Сиваныч нормально тащил сейчас. Было всё чётко. Ну, пока она стояла, типа. Что там охуево делал? Нам нужно чуть-чуть быстрее буквально перевести босса и все, и заебись. Либо... Нет, ну там моб просто. Ну вот, мы можем перевести ее до дыхания. Это 10 секунд максимум разница. Если опять моб выйдет, так, милики, не тусуйтесь возле большого моба, просто отойдите. Ну, сразу бить босса дайте, а кастер добивает большого моба. Что, блядь, да нет. Не подфернуло, так... не подферило у вас под лицо. Идея с центром какая-то. Да, хуйня полная идея с центра, поэтому босса опять же ставьте туда. Да вы не так его поставили просто, и все. Нахуй просто в центре его держать. В центре возле стены надо держать его. Ну, тогда уже логично. Вот, типа, сколько лет мы так убивали Никси. Ну там, блядь, Никси нормально. Бля, дайте систему. К стенке. Вот там, я где она стоит, только там под стенкой, с той стороны. По центру. Она всегда стояла. Рейд справа, слева вот туда на Макс Рендже стоит и все. А сколько тебе будет влетело, что сложило так резко? С фировым, с ударом, да. Да нет, просто ты не обхотанный был, скорее всего, и тут все. Да нет, там влетело, да, 30-36. Ну, у нас двух депрессеров не хватает, тут всего 1% считается. Можешь сопрот выпить, если нравится. Исполин готов? Че, ребят, у меня я релогаюсь немного. Кубок. Че, релог делаем. Еще раз, готово, блять. Так, втопите нормально ДПС, пожалуйста. Милики, старайтесь макс рейндж от босса набирать всегда, а не вот так вот в милизоне стоять. Это на третьей фазе, когда будет. Ну да, да, да. Сейчас похуй. Ну, сейчас можете потестить, как вы видите. Да, у нее вообще огромный край. Ну да, реально. Ну вот, там? Где Сильванович стоит, я в мили бью. 8 метров. Ну, кому-то похуй. Ну все. Вычислим его и осуждаем. Да, если осуждаем. Ух. Сказали, на макс ранжу. Уже сразу привыкайте, просто так ходите. Да, если макс, на макс ранжу от босса надо отойти. Получается так. Все, вот еще одного вычисляем. Банана. И Корнест начинается. Ну, Корнест, то ладно, он не милик. Ну ладно, хорошо, я тоже тогда туда встану. Нет,
Я тебя уже заранее. Ну так я всегда там танчили. Давай Еру помолчу. Дайте максимально там до часа. Сейчас он остановится. Угу. Не давайте Геру, скажу тогда. Все, Гера, далее. Сейчас я большого словлю, сразу мелких подводи под большого. На пол отдал. Подводи. Блять, просто пиздец. Ну что поделать, пацаны? Терпите. Компутахтер не вывозь. Да, мне Берн тоже сказал, нужно новый комп купить. Чего покупать новый комп? И увольняйтесь с работы, чтобы играть больше. Да. Если у вас есть семья, то типа телефон разводитесь. Меня это не касается. Давай, можем перевести, ребят. Давайте. Даем. Сколько дыхания? 12. Да, успеваем. Половина босса. Ну что, про фласки заговорили, то сейчас надо сюда напить его. Все, сейчас Ланга скинь это самое тефир Глиду. Может, пока да, Дарья закидывается. Что, по бокам стали? По бокам стали? Все. Хант, включи аспект. Все, стойте на макс ренже. Милику на макс ренже, да. Кот, отойди дальше. Все, заебись. Получается, на Оне нужна тактика? Да. Ну, прикиньте, блядь. Да, ну это хуёво, что мы типа Ик, Маг и Грул закрыли с меньшими проблемами, чем Оню. Хорошо. Ты если знаешь, что ВК-контент, блядь, это изичнее, чем лички Гаспа? На классике. А Аниксия это, ну, классическая считается, но поддельная еще вот на ЛК. Я дал каплю. В банану, потому что почему вы как-то не вставай, рядом. Почему не вставай, тебе танк там хватит. Так, в классике будет. Там рекорд был, за 2 минуты закрыли Оню. Какой со 2 минуты? Счет. Типа 50 там, сколько там? Да что-то такое, там очень-очень мало времени. Там за 50 секунд его закрыли, сколько? 15 секунд? 50. Нет, 20. Так а там у нее хп меньше или типа мы просто слабые? Да такая же механика там. Да, ну, у вас такой же вообще, пацаны, вообще ничего, и под числом тоже. Нет, там хп меньше, конечно, на классическом, но там, ну, если 60 уровня. Загуглите классик и убили за 2. Бинго. Я могу локом пойти, да. Ох, блядь, какая нахуй башка хорошая, спасибо, я на трансы хочу ее забрать. Так. Давайте эти сумки попробуем. Ну, рассказывайте. Никси упал. Парола, вольте. Okay. 6. Именно на классике, который вот новый Вов, который вышел вот недавно, там убили за 27 секунд Никсию. Там было 35 РДДшников и этот... И там танк плюс... Даже, по-моему, больше. 38, по-моему, там РДДшников было. И один... Да, да, она 40. Нет, там Рагнарос, Аку 40, Никсия 40, ЛКТ 40 и... Голову порола, да. Вот минута 0.7 я вижу. Нет, там быстрее еще было, ищи. Они там просто, они влетели, а она только взлетает, она сразу садится обратно, и она умирает. Нету трейд хантов, понял? Ну, может быть, да, может. Так, Пал, в каком ты пати не вижу? Сурво, они друг друга апают. А, сурвы, да. А я что-то думал, что БМ. Я не так, знаю, что там, я башка, так приз, надо тебе, нет? Паролу тоже даю, пристой. Это же реально, Никси же-то падает, пиздец. Там, будь у тебя ДЦ есть? Да, оф. Хорошо. Лучше бы полутал ДЧ, ты и бутер. Так она не на паролу. Танк, да, надо тебе полдень? Понял. Нет, не надо. А паролу можно? Рольте, это паролу. Это же не 4. Ля, ну в смысле, зри, имба какая. А, так она на паладина. Нет, это 4. Ну, у него, да, да. Я понял, я взял на так, танк. Так, это по КП. Пуха это.
Она на ПДК вроде только, на танк. Ну, на ПДК танка. Надо тебе ДК на зон спек. На это самое. За миллион ГП. Ой, миллион за половину ГП. Ну, за... Да, ну так. На БДК с меткостью, зачем ему мастер? Ну, короче, не нужно, все, давай кому-нибудь другому. Вольте? Да она никому не нужна, она довольно быстро. Спину дают, да. Давайте я распилю. Ну, так танчит. Ну, ладно. Давайте, короче, на Вольню только договоримся, лучше какой там, блядь, по будет. Что он вообще падает там? Спина там падает, спина. Ну, спина вот это по-любому за ГП будет уходить. Ну, там пушка, мне кажется, только крит меткость. Так, потом, что еще там? Крит-меткость. Левая рука, крит. Это тоже нормально будет за ГП уходить. Левая рука на кастера. Шея такая себе, в принципе, на систем. Вой, ты сейчас будешь собирать, правильно? Ну давай, я на лоб. Так, пойду. Пушки на кастер. А что ты идешь закрывать-то? А, ну, что-то такое. Я уже улетел. Так, Бьорн, у меня одна сфера рыцаря, я тебе ее скину. Угу. Вообще, скину бы в ГБ положи. Че мы вообще типа с этими, со сферами? Короче, сфера...